Всем привет! Хочу поделиться сегодня маленьким секретом, как стирать полотенца, будь то кухонные, обычные, банные, чтобы они не получались после стирки, можно так сказать, деревянными, а были мягкими и пушистыми. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. После бани я каждый раз, как помоемся, привожу полотенца и стираю в стиральной машине. Здесь у меня и цветные, и одно белое. Так как цветные не линяют, поэтому я стираю все за один раз. В отсек для порошка я добавляю жидкий стиральный порошок, один колпачок. В отсек для кондиционера я добавляю 1 столовую ложку обычной поваренной соли. Закрываю. Включаю режим обычная стирка и включаю машинку. Стираю как обычно, ничего тут такого нет, включила режим и дождемся 1 часа 20 минут, потом я вам покажу результат. Друзья, я постирала, высушила, очень такие мягкие, пушистые полотенца получаются. Обязательно попробуйте, делитесь этим видео с друзьями, до следующих встреч!